Областное радио. Победители турнира получают путевку автоматическую в следующем году, участие в этом турнире. Отлично. То есть девчонки, например, в этом году, завоевавшие первое место, смогут в следующем году свою команду более младшего возраста 100% дать им гарантийное участие в этом турнире. Ну, отлично, отлично, вот здесь, да, вариант. Здесь надо, знаете, сделать такую поправку. То есть, все-таки мы бы хотели, чтобы команда Новосибирской области получала такой игровой опыт, поэтому из 16 команд у нас 6 мест это под Новосибирскую область, и 10 мест это приезжающие команды. И вообще идея турнира, чтобы от каждого субъекта России приезжала одна команда. Вот так. И только победитель, он как бы вне субъектов существует, и если выиграет как команда, представляющая какой-то из регионов, то оттуда могут приехать две команды. То есть, вот, у меня вопрос, как происходит выборка регионов? 8 регионов участвуют в этом чемпионате, вы как-то, я не знаю, какой-то есть алгоритм, по которому вы выбираете, какие точки Российской Федерации могут принять участие в этом? Ну, значит, на сегодняшний день Новосибирская область проходила отборочный турнир, команды проходили отбор для того, чтобы попасть вот в заветное число тех, кто приедет на сам на основной турнир. А регионы мы рассылали приглашения, мы делали публикации в социальных сетях, рассказывали о турнире, публиковали фильмы и ждали откликов. И, по сути дела, это те команды, которые решили, сказали, мы хотим. Вот мы посмотрели, мы хотим, мы приезжаем. Ну, на сегодняшний день пока еще нет перебора, чтобы сказать, так, ребята, мы вас отсеиваем. Но что-то подсказывает, что в следующем году это возможно. Если у ребенка есть желание тренироваться, он и про гаджеты забудет. Потому что 7 лет назад примерно одинаковое количество приходило детей и сейчас. Ну, а те, кто уже сидит на этих гаджетах, естественно, их очень тяжело оторвать. Только вот такими, кстати, хочу сказать, турнирами, с таким праздником. Вот-вот, что когда они увидят, а вот у нас в том году было закрытие, это был, конечно, праздник. Да и весь турнир являлся праздником. Поэтому, если ребенок видит вот такой праздник души, я думаю, он, наверное, и оторвется от гаджетов. Начинает втягиваться. Да, побольше просто надо делать для детей вот такие соревнования. И мы приняли решение, что всем командам мы будем шить форму. И как и на Кубке нации, так и на Кубке дружбы мы всем девочкам шьем форму. Причем мы разрабатываем уникальный дизайн. Каждый регион – это форма создана на основе флага этого региона. И когда девчонки на площадке, прям видно, откуда ты. Если это Новосибирск, Новосибирский флаг. В следующем году, точно так же в сентябре, я думаю, что мы обычно попадаем в одни и те же даты, 19-22 сентября. В нем могут участвовать все команды, желающие. Только дети могут участвовать, конечно, в составе организации какой-то спортивной. Вот так, да? То есть не может каждый ребенок там подать заявку и участвовать. Это делают тренеры, это делает директор организации. Подается заявка и участвуют команды. Первое областное радио.